Песню я тебе подарю. Хочешь закат? Песни о любви звучали со сцены Большого зала филармонии в День всех влюбленных. 14 февраля в Пензе выступил заслуженный артист России Валерий Семин. Известный российский баянист и певец, теле- и радиоведущий, композитор, исполнил популярные песни отечественных авторов, горячо любимые публикой. Старый клён, старый клён стучит в стекло, приглашая нас, друзья, на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Песни о любви в день Святого Валентина звучали особенно актуально. И хоть этот праздник не является исконно русским, поводов не отмечать его нет. Если люди влюбляются, это очень хорошо. Самое главное – любовь. Вот я очень рад сегодня, можно сказать, в несколько раз радость моя, потому что полный зал, говорят. Это очень круто. Я шел к этому очень долго, и очень нравится, что в таком шикарном зале филармонии будет много народу. Соответственно, у нас будет царить любовь сегодня. Любовь артист понимает широко, признаваясь в ней со сцены не только возлюбленной, но и, например, русской природе, да и родине вообще. Здравствуй, милый, родимый мой рай. Под веселье злобы дождей. Вспоминай ты меня, вспоминай. Это я только чуть посидел. Участие в концертной программе Валерия Семина приняли и пензенские артисты, детские коллективы и профессиональные исполнители. В дуэте с Валерием Семиным спела солистка пенсоконцерта Марта Серебрякова. Ах, маменька, ах, маменька, мы ловья вишни сладенька, и зачем тебя послушала? А счастливый и несчастный, а страстный и невинный, о любви к большой родине и маленькому ее уголку. Песни о любви в этот вечер пел весь зал. Собака,